Совет Гомельского городского объединения профсоюзов – это амаль 900 человек, у тем лику все старшини первичных организаций. Гэтая громадская организация – саправды реальная сила по обороне працовных правов и социально-экономичных интересов работников, их информационной подтримцы и створенні беспечных умов на вытворчести. Основный инструмент у досягнения этих задач – коллективные договоры. Причем на шерогу предприемства у гэтые документы предугледживают льготы и гаранты нават у больш значных объемах, чем вызначено республиканскими законодательствами. Актами. А прача того, зараз у Гомелі обрана и працуюць амаль 3,5 тысячи громадских инспекторов по ахове працы, основная задача яких – предухиленне вытворчага травматизму и профессийных захворванняў. Работают профсоюзы, я на предприятиях, я могу это уверенно заявлять, потому что вместе с мобильной группой горосполкома практически не пропускаю ни одного выезда, выезжаем, смотрим. Очень подробно наполняемость коллективных договоров, мониторю работу общественных комиссий по охране труда. Сярод агучаных приоритетов у работе профсоюзных организаций Гомеля на гэты год – проведение мониторингу цен у гандлёвых объектах города, организация конкурсу профессийного майстерства, встречи с молодыми специалистами, приемы по особистых пытаннях и уделу дитячей оздоровленчей кампании. Але, бадай, самое головное – экономика. На предприемствах необходимо проводить постоянный мониторинг узроўню зарплат, плюс допомога у працаўладкаванні. У Федерации профсоюзов Беларуси подкресливают, ситуация на рынку працы изменяется, некоторые профессии сегодня становятся незапатрабаванными. Бадай, самое эффективное выйсти у таких умовах – перенавучание. Тут не все так просто, как сдается. Некоторые работники, особливо усталым узросте, психологично не готовы нечто изменять. Задача профсоюзов – оказать людям усебаковую допомогу. Наша задача, как профсоюзов, добиться все-таки того, чтобы наниматели оставались ответственными до конца за тех людей, которых они когда-либо привлекли на свои производства, в свою сферу, для того, чтобы они помогали высвобождаемым работникам пройти переподготовку, получить новую специальность и быть трудоустроенным. Если не на том предприятии, где они работали, то, по крайней мере, в своей сфере, в своей отрасли. Это сегодня достаточно активно делается в системе связи, в системе энергетики и в ряде других отраслей. Олег Сентеров, Наталья Игнатенко, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».